В муниципальных школах номер 9 и 57 города Владивостока откроются два пилотных дипломатических класса. Набор в них проводится для выпускников начальной школы. На поступление уже подано более 80 анкет. Всем детям придется пройти конкурсный отбор. Количество, конечно, огромное. Класса всего два. Нам придется проводить эти вступительные испытания. Они будут состоять из самопрезентации. Потом будет проводиться с ребятами интервью. Они будут относиться и к истории дипломатии, и к истории вообще. Может быть, даже в ходе этих испытаний будут заданы какие-то вопросы на английском языке, потому что уровень языка какой-то минимальный в пятом классе уже должен быть. Дипломатические классы подойдут ребятам, которые интересуются историей, географией, лингвистикой, а также тем, у кого хорошо развиты коммуникативные навыки. Мы решили сделать это в пятых классах. Постепенно в течение вот следующих лет обучения вводить какие-то новые профильные предметы, больше, наверное, концентрироваться на истории дипломатии, дипломатическом протоколе, углубленном изучении истории России, всемирной истории, географии. Анна Дьякова, новости на восьмом.